супергерой, скалолаз в домашней майке. Таким его запомнили в полуфинале. Алексей Назаров, 25 лет, Черняховск. Вперед, Леха! Когда я нажал кнопку, я понял, что я прошел, я это сделал. Было очень круто, это не описать эти эмоции, это надо почувствовать. У меня уже мечта, можно сказать, что она сбылась. Пока еще ни один парень не дошел до нас с тобой. Зачем я сегодня пришла, Женя? Зачем? Эмоции на нашем проекте просто зашкаливают. Пушечный выстрел. Мы проходим дальше! Наконец-то, господи, хоть один спортсмен миновал это несчастное испытание, которое называется пушечный выстрел. На очереди скорый поезд. Вот, смотри, три вагончика, и они позади. Ну, мне кажется, скорый поезд – это такая легкая разминочка перед несоциальными сетями. А мы напоминаем, что этот парень собственноручно построил скалотрон.